В Ярославской епархии с 1 августа по 15 сентября во всех храмах и монастырях будет проходить благотворительная акция «Соберем детей в школу». Акция проводится социальным отделом и направлена на сбор школьных принадлежностей для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Что можно пожертвовать? Все, что нужно любому школьнику. Это тетради, дневники, линейки, пеналы, альбомы для рисования, цветную бумагу, картон, клей ПВА, ручки, карандаши, точилки, ластики, пластилин, гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры. Школьные принадлежности и пожертвования можно оставить в храме за свечным ящиком или принести по адресу: город Ярославль, улица Суркова, 8/3. Время работы: понедельник-пятница с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Контактный телефон 8 48 52 60 00 40.